Бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа. Лозунг с обложки школьной тетради, мягко сказать, удивил председателя Самарской городской думы Александра Фетисова. В столице региона ежегодно проходит городской поэтический конкурс среди школьников, где дети показывают себя с лучшей творческой стороны. Строгие отборочные туры позволяют выделить наиболее удачные работы юных авторов. Таких сомнительных произведений, к счастью, говорят депутаты, наши дети не пишут. В этом году чемпионат поэзии как нельзя кстати. 2015-й объявлен в стране годом литературы. Приглашаю вас всех в жюри просто посетить наши мероприятия. Вы получите просто очень много позитива. И я думаю, что это вера в наши поколения, которые говорят, что вот там непонятно кого расти. Вот, еще раз говорю, эти вот матчи, они действительно дают радость. Радость, уверенность того, что у нас будущее есть. Организатор конкурса уже в седьмой раз – Самарская городская дума. Депутаты подписали соглашение о сотрудничестве с департаментами образования и культуры, туризма и молодежной политики. Несмотря на то, что конкурс молодых поэтов стал уже традиционным для Самары, каждый раз удается открывать новых звездочек. Безусловно, это позволяет такие конкурсы повысить и интерес у подрастающего нашего поколения – не только к поэзии, наверное, но и в целом к литературе, как классической, так и современной. Самых талантливых, по мнению жюри, наградят следующей весной. Лучшие произведения юных поэтов будут опубликованы в газете и на сайте Самарской городской думы. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.